на самом деле и вышел из этой партии, решил, что хватит. Потому что, люди, которые заявляют о том, что они революционные, о том, что они перевернут на общество, о том, что они знают, что делать, хорьки трусливые, боятся любого активного мероприятия, все время, так сказать, потому что зарплата у них есть, и там на зарплате сидят, и им важно зарплату получать, а и выходить на улицу вот так вот и на грани, так сказать, нарушения закона действовать, они уже не... Наконец, снимут твой герб, вот он. А сколько лет на 15? Да. В общем, столетие переворота. Столетие Октябрьского переворота в Москве. Попал на мероприятие. Да. Немеренное количество заговорщиков, точнее их наследников.